А во второй половине дня в Академическом театре драмы прошло торжественное собрание в преддверии профессионального праздника сотрудников Министерства внутренних дел, который отмечается 10 ноября. На протяжении истории государства органы внутренних дел являлись надежным гарантом общественного спокойствия и безопасности. Поздравил полицейских и губернатор Игорь Руденя. Торжественное собрание продолжилось вручением наград особо отличившимся сотрудникам ведомства. После официальной части начался праздничный концерт.